что у Сибири громадные проблемы с реализацией большинства. За атаку колен наказывается игрок Челябинского трактора. Это как раз за это он улучшение фул такой. Так вот, 22 место у Сибири по реализации большинства, всего 11 заброшенных шайб в 89 попытках. То есть это худшая команда по количеству заброшенных шайб в большинстве, но не по проценту реализации, 12,4%. У трактора 10-е меньшинство, 80,4% нейтрализации, 21 пропущенная шайба в 107 попытках. Давайте посмотрим, удастся ли Сибири забросить. Лоренс Пилот отбывает двухминутный штраф, и трактор забирает шайбу под свой контроль. Класс. Путин делает передачу. Дальше зона атаки шайбу Андрея Стасию. Забросить не удалось. Конечно, что вы зрителей маловато как-то тут. Все долго ждали его появления. Он как раз-таки появился после тяжелейшей травмы в матче против Магнитогорска «Металлурга», собственно говоря, так же, как и Алексей Потапов. Сегодня они играют в четвертой тройке нападения, но вот как раз эти ребята и нужны трактору для того, чтобы играть в меньшинстве. Стаси Потапов сейчас два нападающих, Карпухин и Кулик, это пара обороны, а Сибирь в это время располагается в зоне... Ну, бросок, мимо. Но на пути шайбы вырастает Алексей Потапов и переводит игру, и переводит шайбу за пределы площадки.